Доброе утро! Компания ZAP Kia. Сегодня расскажем о автомобиле Kia Cerato, а конкретно о замене двигателя 1.6 на нем, на наш двигатель от автомобиля. Даже не знаю, от какого автомобиля он. На все подходит, в том числе и на этот. Стоит 39 тысяч, работа стоит 12 500, плюс заправка кондиционера 1700. Как всегда у нас Александр, он специализируется на этих движках, произведет замену. Ничего сверхъестественного здесь не происходит. Автомобиль с коробкой автомат. Будем снимать коробку, Александр? Думаю, нет. Так выдернем. Да. Все, приступаем к демонтажу этого славного двигателя. Ты что, они дорогие, Андрюх? Дорогие. Сразу видно, посмотри, человек на окладе. На окладе, скорее всего. Не надо менять. Винца, Андрюх. Что вы скажете по поводу замены этого двигателя? Да ничего, я его не меняю, продаю. Вот так вот, да? Да. У вас нету, блядь, патриотизма. С вами в бой, Андрей, идти нельзя. Патриотизм наказуем чаще. Поэтому патриотизм в сторону. Ну что ж. Так что, меняем, не меняем, что ты, я не понимаю. Кого? Да сейчас это самое, подушки смотреть просто же надо. Да сейчас сниму двигатель, потом будешь смотреть. Иди, Андрюх, хороший. Андрюх, иди венца хлопни, братишка. Чтоб отлегло и испарина прошла. Вот наш двигатель. Чтобы люди не задавали вопросы, снимем эту крышку. Так же, как на автомобиле. Остальное все должно подойти. Как у нас процесс, Александр? Отлично, процесс идет. Да. Мы отключили патрубки, да? Да. Стартер снимаете? Да, откручиваем стартер. Чтобы открутить бублик от двигателя, правильно? Правильно, соединить коробку. Детские. И вытащить наш двигатель в сборе. Yeah. Все будет без срывов, Александр? Будет. Тут ваши двигатели. Менеджер Андрей, yeah, который продал этот двигатель. Кто очень стоит и бдит теперь здесь, мешает, да. Работать. Все, продолжаем. Да, начало самолета. Итак, двигатель мы достали с вами. Отвели компрессор с кондиционера в сторону, открутили с вами бублик от двигателя, чтобы достать без демонтажа коробки. Вот на трех болтах тут крепится. Открутили подушки и достали наш силовой агрегат. Теперь Александр приступит к установке нового бегущего, живущего двигателя. Давайте, Александр, начинайте. Ну что, мы устанавливаем, Александр, сердце нашего коня. Автомобиль Kia Cerato. Стараемся. Да. С жизни. Это точно. Как вы видите, двигатель на гусе вывешен. Сейчас будем его устанавливать на посадочные места. Надежда есть, Александр? Надежда всегда есть. Ну, поэтому. Главное, чтобы деньги были. Да, согласен. Ждем. Давайте, наверное, пропускай, я вот расчищу туда. Чуть его вытянет, наверное. Сюда, на себя, телефон. Так? Наш Александр с вами внедрил в сердце автомобиля. Да, осталось запустить только. Не, ну еще до запуска далековато. Но не так далеко, как было в начале пути. На данный момент чем занимаетесь, Александр? Отсоединяю проводку. Сейчас будем крепить коробку до конца снизу. Ну, и все остальное навесное. Жить будет, как думаете, Александр? Уверен. Уверен? Отлично. Тогда встретимся с нашими зрителями на запуск автомобиля, да? Да. Надеюсь, он пройдет успешно. Ну вот наступил долгожданный момент. Двигатель приходит к нам с транспортировочным маслом. Его Александр наш слил, мы залили масло, выставили уровень, залили антифриз, прикрутили компрессор кондиционера, закрепили подушечки, прикрепили коробку автомат, все проверили. И, наконец-то, кстати, забыл уточнить один момент, что
с момента начала замены двигателя до момента пуска прошло не более 4 часов. И сейчас мы попробуем запустить его. Давайте, Александр. Ну все, наш двигатель завелся. Работа такая обошлась вместе с запчастями человеку в 55 тысяч. Напоминаю, это автомобиль Kia Cerato. Приезжайте к нам, будем готовы поставить вам новые двигатели.